Дорогие друзья, находясь дома, мы сможем не только с вами совершить путешествие в другие страны, но и отправиться в другие времена на машине времени. И в этом нам поможет умная энциклопедия «История. Тысячи фактов и 100 изображений». Итак, давайте посмотрим, куда же мы отправимся сегодня. Итак, наша энциклопедия рассказывает нам о том, как жили первобытные люди, как они выглядели, какое у них было оружие, в каких домах они обитали, что они рисовали на стенах своих пещер и как они проводили свое время. После того, как мы побывали в древнем мире, мы отправляемся в Египет. Здесь мы можем посмотреть знаменитые пирамиды. Здесь вы узнаете о том, как их строили, и какие были цари в Египте, для чего нужны были эти пирамиды, и еще очень много-много интересного. Вот так мы совершим наше удивительное путешествие на машине времени, узнаем очень много об истории и замечательно проведем время.